Здравствуйте, приветствую вас на канале Мой Сад. Сегодня очередной посев. Посев астры, алисума, еще дополнительно ящики, потому что хочу посеять сразу в теплицу, там ему будет хорошо. Дальше цинии, флоксов. Кто хочет, может еще и бархатцы посеять сейчас. В маленькие плошки, потом расперкировать в ящики, ну, или в стаканчики. Но в основном бархатцы, конечно, если они простые, то они продаются дерганкой. По 10 штук. Так, какой грунт? Грунт здесь песок, перегной, лесная земля, листовой опад. Сюда же добавила торф универсальный из брикетов. И вот разложила в ящики, в плошечки. Но сверху я буду все равно верхний слой делать из садовой земли. Вот из этой садовой земли. Ну или микропарник. Потому что я уверена, что производя посев таким образом, мои сеянцы, которые только взойдут, не лягут, не будет никакого грибкового заболевания черной ножки. И будут дальше прекрасно расти закаленными. Также приготовлена плошка для черенкования вербены. Вербена уже переехала в теплицу. Вторую ночь растение ночует в теплице. Ну, думаю, так уже и останутся там жить. На постоянное место жительства. Ну вот, открываю свою заветную коробочку. Достаю из холодильника и задела. И должны храниться овощи и фрукты. Вот смотрите. Вот сейчас будем сеять. Конец марта. 26 марта. Вот такая красивая астра Леди Коралл. Тауэр. Это от Беллы семена. Виолет. Что еще у нас тут? Розы кварц. Перемешаем. Всегда миксом. И масло, кому что попадется. Леди Коралл, вот такую даже помпушку черную, черничную, интересную. Но она будет ниже, поэтому ее отдельно рядочком, конечно. Так, и вот Матадор Микс. Профсемена, от Опселс, Гала Микс. Гала у меня спрашивали в том году. Вот такие. Возможно, потом будет рассадка в стаканчике. Ящики. Цена у нас на астру около 20 рублей за стаканчик. Из ящика там от 12 до 15 было в том году. Так, цинния. Вот такая цинния. Профсемена недорогая. Это черри квин. Люблю всегда высокие цинии. Так, еще астрочка. Вот такая низкорослая. Отдельный контейнер. Так, ну вербену. Я думаю, не стоит. У меня вербены много, плюс еще это останется на следующий год. Плюс вербена, которая еще вегетативка. Так, теперь флоксы. Флоксы. Гвоздика турецкая. Да, возможно, сейчас я ее тоже посею. И тогда она, ну, невозможно, зацветет в это лето. Так, и флоксы. Красивый гном. Ну, здесь почему-то так, не такая яркая, красивая, нарядная упаковочка. Эти флоксы намного ярче вживую. Цветут они долго. Вот. И цветут постоянно. Цветет обильно вот с июня по октябрь. Сильно ветвящиеся растения высотой 25 сантиметров. Можно их и в кашпо тоже высаживать. Ну, такие напольные, которые, на которых взгляд падает сверху вниз. И окраска самая разнообразная. Ну, вот так. Так, сейчас алисум еще. Итак, вот такой алисум. Ну, вот, не знаю, вот в том году у меня был, я покупала вот его. Я думаю, наверное, не буду я его сеять. 8 сантиметров в высоту. Он маленький, хлипенький, он не яркий был. Ну, не знаю, мне не понравился. Не знаю, зачем я его купила, но сейчас вот как-то уже
выборочно теперь буду. А вот этот, да, он потом еще и потемнел, и он такой яркий, с переливами, с бело-фиолетовый цвет, да, буду его тоже сеять. Потому что люди спрашивают разноцветный Алису. В том году был посеян Алису, вы посмотрите по ссылочке, какой там был. Эфиопия, что ли, желто-оранжевый, красный, но он такой у меня не уродился, он был какой-то бледно-белый, вообще даже непонятно, какой-то грязный белый цвет, и вот где-то попадался вот такой. Поэтому, ну, я не знаю, если у кого-то получалось вырастить Алису красный, оранжевый, желтый цвет, пожалуйста, кидайте ссылочки, посмотрю ваши видео, фотографии. Мне очень интересно, бывает ли Алису такого цвета, и у кого-то он рождался или нет. Может, уже вывели его, но мне не получилось. Хотя на обложке упаковки был он такого цвета. Так, ну и вот этот Алисун. Хватит, это я пишу уже на следующий год, но решила его весь посеять. Весь. Мне Алисун нравится. Он у меня уже сейчас скоро будет. К началу продаж выставочный экземпляр в цветущем виде. Поэтому, думаю, люди его будут брать. И люди его всегда постоянно спрашивают. И простую Алису я в этом году сеять не буду. Не хочу. Пусть будет вот такая красота. Компактный. Клер кристалл. Так, дальше. Статицу еще. Статицу, да, пришла пора сеять статицу. Статица востребована в синем виде. Очень востребована. Желтые хризантемы. Это прекрасные осенние букеты. Вообще замечательные. С белой хризантемы. Даже в этих цветочных лавках везде делают именно вот синий. Вот это еще с того года у меня осталась синяя. Есть статица смесь. Ну, не знаю, посмотрю. Ну, не хочется. Люди хотят покупать статицу, зная, какого она цвета. Белая была невостребованная. Ну, вот желтая тоже красавица. Но она у меня рано в стаканчиках зацвела. Почему-то какая-то ранняя была. И в грунте она уже почти ее не было. Вот желтую, да. Розовую не нашла. Но и розовая была тоже невостребованная. Розовая статица. Агератум. Агератум тоже можно сейчас посеять в ящик. Он хорошо взойдет и замечательно. Можно в маленький контейнер потом распикировать. Хорошо переносит перепикировку, но агератум, он боится холода. Он вообще прям сразу побивается морозом. Знаете про это. Ну, вот еще профессиональные семена. Лимониум, это тоже статица. Ну, не знаю, не хочу я смесь. Почему-то останется на будущее. Есть вот такой василек махровый. Хочется, наверное, попробовать его. Так, антуриум. Можно сейчас тоже посеять. Еще выставочные экземпляры будут цветущие на витринку. И поэтому можно. Так, и что еще? Ниренбергия. Это многолетняя, голубая. Подскажите, ну я так думаю, что это как колокольчики, что-то похожее на это. Подскажите, пожалуйста. Подскажите мне. Кто высаживал? Кто уже имел дело с ниренбергией? Как это? Вот этот цветущий голубой ковер. Как он цветет? Сколько он цветет? Ведь многолетники в основном цветут какой-то период определенный летом. Вот. В отличие от однолетних цветов. Можно посеять еще колокольчик карпат. Ну вот, этот колокольчик карпатский синий. Он у меня уже посеян в рассаде. Я надеюсь тоже, что он у меня уже будет цвести. Это лето вообще на второй год зацветает. И вот сюда... Ниренбергия, она похожая на колокольчик. И та, это подходит для альпийской горки и многолетнее растение. Если не вымерзнет у нас в Сибири, как морозы в эту зиму были, мы не знаем, что у нас останется. Ну все, пожелайте мне, пожалуйста, удачного посева, удачных всходов. И я вам того же желаю. Пусть ваши труды не пропадут напрасно. Все взойдет, все будет цвести. И будет вас радовать ежедневно все лето. А вам желаю всего самого наилучшего. И до встречи на канале Мой Сад.